меня было одно повышение по званию, и это повышение по званию я получил в феврале месяце после Дебальцевского котла, после того, когда вывел оттуда 1500 человек, вывел Сашу Фацевича из окружения, и за это министр внутренних дел вручил мне внеочередное звание подполковника, кем сейчас я и являюсь. А в милицию вы пришли 5 сентября. А все остальные разговоры. Да, в милицию я пришел, почему 5-го, 9-го? 9-го, да. И вы сразу получили майора. Майора, потому что моя, да, моя гражданская должность и гражданский ранг держслужбовца соответствовал званию майора. Ни больше и ни меньше. Я же был до этого, опять же, держслужбовцем, и как у держслужбовца у меня был свой ранг, который соответствовал званию майора. И когда я взял оружие и пошел воевать и защищать свою родину, то по этому рангу мне было присвоено звание майора, и я стал командовать подразделением.